Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. 19 августа. Дорогие мои друзья, видео снято во Вьетнаме. Хотел сказать, вот вы посмотрите, насколько большой, высокий интеллект птиц красивых и рыбы. Они находятся в разных пространствах мировых, в разных стихиях, в разных интеллектуальных уровнях и в разных уровнях общения, передачи информации. И мы благодарим ту компанию, человека, который снял это видео. И хочу вам сказать, поймите, что рядом с вами такое же идет разделение. Если вы считаете, что вы успешнее в чем-то, вы дайте также информацию, как рыбы получают информацию от высокоуровневых птиц. Их уровень сознания намного выше. Их уровень сознания в другом пространстве. Они даже летают, плавают и ходят. А рыбы только плавают. И точно так же рядом с вами нуждаются и плавают такие же красивые рыбки, которые даже не могут громко что-то прокричать, попросить. И сколько минут они кормят и не устают. Подумайте о таких людях, помогайте друг другу, взаимодействуйте с людьми. Будьте милостивы, милосердны, благосклонны, чтобы люди рядом с вами жили, радовались и наслаждались. Благодарю за утренние поздравления сегодня. Благодарю Рашид Абына. Благодарю с Питера. Ассаляму алейкум. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам. Будьте счастливы. به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیفتد به دوریز اولاد زهرا نیفتد و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا به افسوس بسیار فرداها